Друзья, огромный привет! Как ваши дела? Как настроение? Сегодня хочу показать ролик с таким вот баллончиком пустым. Если у вас есть из-под очистителя пены, то не обязательно его сразу выбрасывать и бежать за новым. Сейчас покажу, как за 5 секунд сделать его быстренько заправленным и пригодным к дальнейшему использованию. Так что посмотрите ролик до конца, поставьте лайк, не забудьте подписаться. Погнали! Друзья, есть вот такой пустой баллончик, да, вот нужно мне почистить монтажный пистолет, там следы пены, и нужно его использовать, да, а он пустой. Бежать в магазин не всегда есть возможность, конечно, стоит он не так дорого, но не всегда такая возможность есть его купить. Когда-то ролик я показывал, я брал вот эту часть, накручивал и заправлял через компрессор. А можно сделать гораздо быстрее и без нее. Смотрите, как это делается. Для этого нам нужен обычный шприц. Желательно побольше. Берем самый обычный ацетон. Продается во всех магазинах. Не знаю, кто говорит, что не продается. Берем пластиковый стаканчик. Набрали. Берем шприц. Набираем жидкость. Берем сам флакон. Эту пимку нажимаем. И закачиваем туда ацетончик. Все это прекрасно прям делается за 5 секунд. Давайте вот сейчас я все, что у меня в стаканчике есть, раз. Остаток также туда. Пам. Теперь берем обычный компрессор, подключаем. Я думаю, в мастерской у каждого есть, хоть небольшой, но компрессор имеется. Вот так вот взяли, нажимаем. Вот так. И делаем прямо один пшик. Слышали, да? То есть уже там воздух есть. Можно еще сейчас, да, разочек сделать. Смотрим. На ваших глазах все делаю. Слышали, да? Берем, откручиваем пистолет. Наворачиваем его на баллон. И спокойно можно промывать. Как видите, совершенно бесплатно, практически, да, ну, за исключением ацетона. Просто если взять вот бутылку ацетона литровую, она где-то рублей 150 стоит. А тут баллончик 150. То есть экономия. Вот так вот быстренько можно заправить пустой баллончик с ацетоном. То есть видите. И все у нас промыто. Надо еще добавить воздуха. Взял еще разочек. Быстренько все делается. Прям 5 секунд. И опять пользуемся. Красота! Друзья, надеюсь, уложился. Короткий срок. Получился ролик коротенький и быстрый. Если понравился данный ролик, обязательно палец вверх. Пишите ваше мнение. Как вы думаете, рабочая тема нет? Но я думаю, что тут даже никто не поспорит, что это не рабочая тема. Тема 100% рабочая. Я пользуюсь и вам советую. Вам же крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего, до новых встреч, пока-пока.